Инструкция по подаче заявки в Университет Центральной Азии. Этап 1. Подача заявки. Заходите по ссылке на заполнение анкеты. Здесь необходимо зарегистрироваться. Введите следующую информацию: имя, фамилия, дата рождения, электронная почта, телефон, логин, пароль и повторение пароля. Теперь необходимо подтвердить регистрацию в письме на вашей электронной почте. После вы можете зайти под логином и паролем, который вы придумали ранее. Здесь выбираете «Создать новую заявку». Далее прием в бакалавриат 2022-2023, а после специальность, на которую хотите поступить. В появившемся окне заполняете следующую информацию. Выбираете программы, которые хотите изучать, персональную информацию, контактные данные, адрес проживания и информацию о родителях. После выбираете вариант тестирования. Либо тест от университета, либо SAT. Затем вносите информацию об образовании. Школа, адрес и так далее. Ответьте на вопрос, где вы узнали про УЦА. Также в каких мероприятиях участвовали. Если нет, то есть вариант ничего из перечисленного. Теперь в следующем шаге загружаем документы. Фото 3x4, копия паспорта или удостоверения личности, транскрипт для граждан Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана не нужен. Далее вы должны ознакомиться с примечанием и поставить галочку, а затем прочитать декларацию и также отметить галочкой. Если вы заполните заявку правильно, то вам на почту придет письмо с дальнейшей инструкцией. Главное в анкете заполнить все пункты со звездочкой и правильно указать контактные данные. Если у вас возникли вопросы, то обязательно обратитесь к нам в комментариях, по телефону или просто в директ.